У жителя Дербентского района обнаружены боеприпасы и наркотики. По постановлению суда полицейские провели осмотр дома жителя села Нюгди Дербентского района, в результате чего у него обнаружены и изъяты наркотические средства марихуана весом более 10 грамм и гашиш весом около 95 грамм, а также магазин от пистолета Макарова и боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. С сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в отдел, а изъятое направлено на экспертизу.